Здравствуйте, с вами проект «Реальная жизнь», в студии Денис Гончар и гости сегодняшней программы. Это Алена Алексеенко, организатор парада колясок, президент благотворительного фонда «Астра Стелла», и Вячеслав Грубый, партнер парада колясок. Здравствуйте, рад приветствовать вас у нас в студии. Собственно, будем говорить с вами сегодня о параде колясок. Это событие стало уже традиционным элементом многих праздников, которые так или иначе связаны с детьми. Вот скажите, чем парад колясок 1 сентября, который будет приурочен ко Дню знаний, будет отличаться от парада колясок, который прошел, например, в июне, в День защиты детей? В чем изюминка будет осеннего парада колясок? Кто расскажет? Ну, изюминка будет, как всегда, у нас каждый раз новая фишка добавляется, каждый год. И в этом году мы объявили парад под названием «Цифровая эра. Дети 21 века». И в этом, естественно, нам помогает Вячеслав Грубый, предоставляя свою компанию «GoProcat». Вот, они будут открывать парад колясок, колонну парада будет открывать вот «GoProcat». Так, ну давайте расскажем тогда, чем будет открываться эта колонна. Идея в том, чтобы популяризировать на сегодняшний день экотранспорт. Угу. Это будут электробайки и так называемые гироскутеры. Вот. Я когда-то, буквально год назад, столкнулся с этой техникой. Мы принимали участие в одном очень крупном масштабном проекте «Марафон Киев-Монте-Карло». Мой приятель соорудил из «Запорожца» электрокар, и мы дружной командой поехали на этом транспорте в Монте-Карло. Там, конечно, все были в шоке. Вот это было в прошлом году. Вот. И в составе эстонской команды был парень, у которого было в машине с собой электробайк и моноколесо. Тогда в Украине об этом ничего не было слышно. Я очень заинтересовался этой темой и решил в этом году попробовать открыть, собственно, прокат этого транспорта, чтобы как-то знакомить людей с этой фишкой. Потому что, в принципе, ну, мы не загрязняем экологию, мы недорого заряжаем транспорт и безопасно перемещаемся с адекватной скоростью. Получается, что парад колясок шагает в ногу со временем, да, вот технические новинки тоже появляются, скажем так, вот в этой праздничной колонне. Давайте скажем, по какому маршруту пройдет парад в этом году, каким будет его формат? Ну, маршрут у нас не меняется, как и дата, и время. Стартуем мы от Воронцовского дворца. Ну, немножко раньше, чем запланирован сам парад колясок, потому что участникам нужно собраться, подготовиться, жюри должно оценить. Поэтому в 3 часа колоннада Воронцовского дворца, сбор всех участников, ну и гостей, и членов жюри. А в 16:00 мы выходим, стартуем по Приморскому бульвару, медленно, уверенно, до Думской площади. И уже на Думской площади будет происходить и награждение, и презентация каждой коляски, каждого вида транспорта. А как у вас появилась идея такого мероприятия, как она трансформируется от парада к параду? Какой уже по счету, кстати, будет? Или вы не считаете? Пятый. Юбилейный. Небольшой, но юбилейный. И как эта идея вообще появилась? Ну, помню, я уже рассказывала не раз. Я была у подруги в Париже в гостях, и она меня пригласила посмотреть в центре Парижа. Она говорит: ой, уникальное зрелище, ретро-коляски. Пойдем посмотрим. Пойдем. Пошли, посмотрели. Мне понравилось, но не очень впечатлило. Ну, настолько было мало участников, маленькое количество людей, детей. Вот. Но через 2 дня другая подруга из Праги пригласила нас к себе в Прагу и на улице Софиевской. Был парад тоже колясок. Ну, там было, конечно, покруче. После этого я приехала в Одессу и своей приятельнице Алене Пинчук говорю, что давайте сделаем такой парад. В принципе, у нас эта идея возникла у обоих, потому что ее ученик тоже как-то пытался провести, по-моему, в Крыму, в Симферополе, такой же парад колясок. И вот мы решили и приурочили первый парад 100 лет назад, 5 лет назад у нас, и 100 лет назад тогда проводил такие парады Григорий Морозли. Назывался он тоже «Парад карет и колясок». И нам всем известно, одесситам, что Григорий Морозли был великий меценат, вообще сумасшедший градоначальник, который даже в ущерб себе, в ущерб своему финансовому состоянию, он делал очень много для города.
Вот, и мы решили возродить традиции меценатства и патриотизма. А участвуют постоянно одни и те же семьи, да, в этом параде, или расширяется как-то состав? Конечно, расширяется. Мы начинали вообще с 25 колясок, да. Но понятно, что 25 колясок, 25 участников, да, но это не значит, что всего лишь это 25 человек участвуют. Вообще участвовали их родители, друзья, подруги, младшие, старшие дети, группа поддержки. Ну и мы хорошо разрекламировали, и действительно пришло очень много людей. И потом с каждым годом, вот сейчас мы уже дошли до 150 участников. Ну немало, да, и я надеюсь, что мы в этом году соберем тоже где-то около 10 тысяч зрителей. А какие условия участия? Есть ли какая-то, ну, задаете ли вы как организаторы какую-то тематику для оформления колясок? Есть ли какие-то возрастные ограничения? Потому что дети-то растут. Обязательно. И тема каждый год тоже разная. И возрастные категории. Вот у нас начиналось, дети могли принимать участие до 8 лет. И вот с каждым годом мы увеличиваем возрастную категорию, потому что по просьбе родителей, по просьбе самих детей. А можно мы еще годик, да? Да. И поэтому у нас сейчас до 12 лет дети. Но у нас тоже каждый год увеличивается, прибавляются номинации. Потому что на второй год захотели компании участвовать. Хорошо. Как мы придумаем номинацию? Самая креативная коляска от компании. И принимают участие действительно компании, известные не только у нас в Одессе и на Украине, но и в Европе. Потом захотели, ну мы, во-первых, у нас жюри тоже необычные люди, да, это какие-то знаковые люди не только в Одессе, но и на Украине. И члены дипломатического корпуса тоже проявили интерес к этому параду колясок, и поэтому мы объявили еще одну номинацию. Это национальная коляска в национальном стиле от диаспоры и от консульств. Теперь у нас получается 4 номинации, но в этом году добавится еще 5-я номинация. У нас захотели принимать участие область, и поэтому хотят еще выставлять от каждого района свою коляску. Так что вот самый креативный район области, получается. Наверное. Будет определяться. А как-то нужно заранее записываться в участники или можно прийти там... Вот за час, как вы говорите, да, и присоединиться. Если кто-то сейчас смотрит нашу программу и еще никогда не участвовал, но хочет. Те, кто не успел, у нас действительно регистрация идет уже с 1 июля на нашем сайте. Но те, кто не успел, милости просим, готовьтесь и приходите 1 сентября в 15:00 колоннаду Воронцовского дворца. А вот интересно, какое поколение, да, с большим энтузиазмом откликается на... вот такую инициативу. Все-таки это мамы, папы или бабушки, дедушки в основном, да, помогают оформлять, ну, коляски? Во-первых, детки, которые до 12 лет, после 3 до 12, они уже сами проявляют, да, инициативу, и они сами украшают, сами диктуют мамам, папам условия, что должно быть на коляске, какой образ и так далее. А вообще, кто больше проявляет инициативу, я не могу сказать, потому что все одинаково проявляют инициативу. И бабушки с дедушками, и родители, даже няни, и старшие сестрички, братики, друзья. Ну, я не знаю, много. Все принимают участие и проявляют супер инициативу. А вот за эти годы, что вы, да, проводите парад колясок, сформировались какие-то тренды в оформлении? Ну, там, может быть, вот в виде автомобиля, да, например, там мальчики любят оформлять коляски, девочки там в виде, даже не знаю чего, например, да, там в виде ракеты, в виде чего-то еще. Вот есть какие-то такие модные, ну, есть. У нас одна семья, принимает участие уже 3 года подряд. Это каждый раз надо что-то новое, удивляют, что-то они всегда удивляют. Причем они начали с 3-го места, 2-е, закончили 1-м местом и получили самый главный приз. Это путевка на всю семью за границу, туристическая путевка от партнеров тоже. Ну, они сначала были первобытные люди, по-моему. Там ребенок, года еще не было, он с таким масолом стоял возле коляски. На 2-й год они были, по-моему, вигвам индийский. А вот то, что они 1-е место взяли, они взяли с пидвода, козацкого пидвода. Они были все одеты в украинские национальные костюмы, и ребенок был с таким чубом, ну, от них оторваться невозможно было. И, в принципе, все, вот все, настолько импровизация работает у людей, настолько вот они переживают, а вот моя лучше, а вдруг я похуже сделаю, чем у того. Вот, и они друг друга, они смотрят, мало того, что жюри ходит, оценивая, да, вот все эти коляски, так они сами друг перед другом тоже там
а ты из чего делал, а когда ты начал делать? Ну, очень интересно за этим наблюдать. Вячеслав, а вы первый раз будете участвовать в параде или вы до этого тоже? Нет, я первый раз буду участвовать, причем хочу даже, это для Алены тоже сюрприз. Все это действие шикарно, можно будет наблюдать онлайн с воздухом, будем вести аэросъемку, и все, кто имеет доступ к интернету, сможет видеть, если кто-то вдруг не может физически поучаствовать в этом мероприятии. А почему вот вы, да, и компания, которую вы представляете, решили стать партнером? Мы на самом деле принимаем участие во многих проектах разных, там, социальных. Мне просто стало интересно. Мне кажется, это действительно яркое и событие, которое, ну, обязательно нужно посвятить, посетить и осветить. Вот. У нас не так много ярких событий в городе, поэтому каждая организация, которая пытается что-то сделать, ну, нужно обязательно поддержать и помочь. Поэтому я даже не раздумывая сразу согласился принять участие. Для вот самой креативной семьи этого года какой-то вы подготовили? Может быть, тоже подарок, сюрприз? Я пока не буду оглашать, но обязательно будут подарки. Ну, кстати, раз уж мы говорим, да, о том, что нужно выбирать там победителей, да, парада, какие критерии? Ну, вот одни старались, другие старались, у одних интересно, у других как-то креативно сделано, у третьих красиво сделано, да, кругом дети. Как определить лучших, никого не обидеть? Вообще вот, ну, это действительно, это проблема. Значит, когда было 25 колясок, да, ну, можно было, наверное, можно придумать было, 25 да, номинаций. Когда вы говорите 150 участников, очень трудно, поэтому я же говорю, мы не под одну гребенку, да, как говорится, а вот действительно каждому. У нас, во-первых, все победят. И мы в этом году придумывали вот с нашими ребятами и фонда, и партнеров просили, придумайте, пожалуйста, вот такие вот яркие, красивые названия, да, и, ну, как можно компанию? Ну, каждая компания тоже от себя выставляет коляску. Ну, как можно сказать, ты первое место, а ты второе место? Ну, это невозможно определить. Точно так же, как и национальные коляски, да? Каждая страна красива по-своему, и атрибутика вся государственная. Но, и мы решили придумать, действительно, чтобы у всех были подарки. Не будет первое, второе, третье место. Нет, ну, будет, конечно, там самое-самое-самое, будет, конечно. Нельзя без интрижки, без интриги проводить никакие конкурсы. Но все равно будет и креативно, и самое гламурное. А главный приз в этом году будет не один главный приз. Будет, ну, не скажу, какое количество. Еще вот партнеры, кстати, подтягиваются и уже увидели рекламу. Мы разместили бигборды. И на бигбордах тоже приглашение, поздравления одесситов с Днем города, ну и приглашение на парад колясок. И партнеры увидели, ну, потенциальные партнеры. И вот, вот я даже, когда ехала к вам на эфир, миллион звонков, вот, хотят участвовать. И поэтому еще количество я не могу сказать, да, вот что, но то, что будет много больших подарков и таких главных призов, но уже могу сказать, на сегодняшний день это опять же будет от туристических агентств путевки, как по Украине, в частности, Буковель на отдых всей семье, так и за границу, тоже на отдых всей семье. Вот участвует ребенок, значит, папа, мама и ребенок, или там двое детей, сколько бы ни было детей, вся семья поедет отдыхать бесплатно за счет той компании, которая предоставляет. И будут еще предоставлены перелеты в Европу, туда и назад, тоже бесплатно предоставят компании. Ну, там еще много компаний такие, которые тоже не раскрывают секрет и которые тоже готовят от компании призы. Ну, хорошо, количество участников растет. А растет ли количество партнеров и тех, кто готов поддержать? Или с каждым годом приходится вот все как-то всех собирать? Все-таки время сейчас тяжелое. Тяжелое, трудновато, конечно, но как бы удивительно ни было, действительно партнеры прибавляются. И вот сейчас вот тоже, да, вот я еще раз скажу, что вот я ехала к вам, к нам прибавился замечательный партнер, настоящие одесситы, настоящие патриоты, это Одесский каравай и торговый дом Булкин. Вот они будут угощать наших всех участников, организаторов хлебобулочными изделиями. Очень много, ну, у нас, во-первых, еще и меценаты есть проекта. И уже второй год у нас меценат проекта, это Николай Степанович Стоянов. Вот, который действительно, если бы не он, мы бы не справились, потому что у нас существует же и звук, и сцена, да, и артисты, которые приглашены, тоже хотя бы техрайдерам оплатить. То есть я бы сама бы не справилась. Ну и много компаний ведущих. И Кошкин дом – это наши друзья, постоянные партнеры, то есть они участвуют. Очень много косметических фирм, украинских фирм, которые тоже хотят участвовать и делать подарки
и детям, и участникам, и мамочкам. Вот, и прибавился тоже у нас генеральный партнер сегодня получается, потому что GoProcat, мы заявили тему, да, цифровая эра, то есть дети 21 века. И получается, вот эта тема цифровая эра должна как-то проявляться в украшении, да, колясок или... Очень много будет участников вот именно на вот этом современном транспорте, да, потому что, ну, коляски, ну, почему обязательно коляски? Могут быть и слинги, да, потому что очень многие не пользуются колясками, пользуются... Это должен быть этот транспорт, вот детский транспорт. Но сейчас очень многие дети, уже начиная с уже 3 лет, да, катаются на вот этих всех штучках, я даже не могу выговорить название этих всех, да. Поэтому... А вот есть ли какая-то миссия, да, у парада колясок? Ну вот не просто же вы его делаете для того, чтобы участники могли сделать какие-то яркие селфи, а там в интернете появилось какое-то красивое видео. Наверное, что вы вот задумываетесь о чем-то еще, кроме того, что ну, просто красиво это будет. Задумываемся, особенно сейчас. Вот уже 2 года, когда идет вот эта вот ситуация у нас в стране, у нас очень много принимают участие социально незащищенные слои. И дети переселенцев тоже принимают участие, и детские дома-приюты, сиротские приюты тоже принимают участие. И мы действительно подключаем еще партнеров с такой целью, чтобы они помогали этим семьям, этим детям-сиротам. И я вам скажу, что, ну, нельзя показывать, да, вот, допустим, ну, да, у тебя нет родителей, да, или там ты ребенок переселенцев. Что только за это подарок дать? Нет, ты должен тоже показать, на что ты способен, ты должен поработать, подготовиться для того, чтобы тебе подарили подарки. И вот в этом году, кстати, они нам очень много помогали, сеть магазинов «Копейка», они выступают сейчас генеральными спонсорами по продуктам питания, они будут предоставлены всем 150 участникам пакеты с продуктами питания, ну, для деток. Uh-huh. Вот разве это не помощь? То есть я подключаю и аптеки с памперсами, у кого маленькие дети, да, чтобы их снабдили хотя бы на полгода памперсами. Но у них действительно не за что покупать. Соки, сладости, канцтовары. Вот сейчас тоже делаем акцент на канцтовары. 1 сентября, День знаний. Это мы уже 3-й год делаем, помогаем действительно вот этим детям, которые, ну, неоткуда им взять это. Мы собираем им ранцы, портфели, действительно, что им хватит на год точно. Ну вот как вы считаете, насколько нынешнее общество подходит стратегически к вопросу воспитания и взращивания вот этих грядущих поколений? Все-таки, да, то, о чем вы говорите, ну, наверное, можно было просто кинуть клич, там, помочь какой-то одной семье, другой семье, да. А ну, вот такие мероприятия, которые требуют каких-то совместных усилий от всей семьи, да, то есть здесь и ребенок, и мама, и папа все должны поучаствовать, привлечь своих там, друзей, родных, родственников, что-то интересное придумать, вместе чем-то позаниматься. Ну, наверное, это каким-то образом и меняет отношения в семье в лучшую сторону, укрепляет семью. Вот насколько стратегически сейчас наше общество задумывается над тем, а какие дети у нас растут, какими они будут через 10, 20, 30 лет, какими людьми они станут? Они очень продвинутые растут, я так наблюдаю. Я, например, ну, не помню, что я в таком возрасте мог там спокойно взять в руки планшет и найти какое-то приложение, нужно скачать и пользоваться. Поэтому я, честно говоря, шокирован, насколько... Вот даже судя по электротранспорту, взрослый становится, ему реально страшно, а ребенок там от 5 лет, чувство страха отсутствует, встал и поехал. Поэтому дети нынче очень прогрессивные. Даже с той техникой, с которой взрослый думает, с какой стороны подойти, ребенок это делает на ура и очень быстро. А вот не... такое, ну, скажем так, да, такая продвинутость детей, она не мешает просто обычному человеческому общению с родителями, да, со старшим поколением? Вот эта проблема отцов и детей, не усугубляется ли она сейчас? Я думаю, что сейчас родителям стало удобно. То есть, ну, чтобы ребенок был чем-то занят, на тебе планшетик, и на какое-то количество часов можно, ну, забыть, грубо говоря, внимание. И, честно говоря, это проблема, потому что этим начинают злоупотреблять, и ребенок реально становится зависим. Он проводит, ну,
5-6 часов времени за какими-то играми и так далее. Это проблема. Ну, это уже проблема конкретной каждой семьи и отношения родителей к своим детям. Потому что это реально нужно контролировать, потому что это очень серьезная зависимость. И ну, вот для этого мы делаем вот такие проекты, чтобы на время подготовки отвлекать. К этому проекту сплачивается семья. Вокруг вот этой коляски, да, вокруг этого транспорта, ну, месяц точно они занимаются друг другом, они слышат друг друга, они отставляют в сторону все свои вопросы, проблемы, и вот действительно они сплоченно, дружно готовятся к параду. Но это не одно мероприятие такое, которое действительно вот пропагандирует институт семьи. А как вы считаете, сколько свободы нужно давать современному ребенку и насколько его серьезно нужно контролировать? Ну вот если ребенок уже в 3 года, да, может освоить какие-то девайсы, которые там мы и в 10 лет, наверное, да, не могли освоить, если он спокойно может садиться там на какой-то электрокар и передвигаться. Мне кажется, что свободу нужно давать, просто нужно контролировать как-то. Не стараться там нажать на тормоза, а просто контролировать и наблюдать. Потому что вот вся проблема в том, что нас с детства, да, очень часто это не делай, туда не ходи. И потом взрослому человеку это все возвращается, скажем так. Ему сложнее идти по жизни. Поэтому я не вижу проблем в том, чтобы давать возможности, если действительно ребенку интересно разбираться в этом, просто не оставлять без внимания. А вы как считаете? Да? Вы знаете, у меня уже взрослые дети. Я не могу сказать, что я им мало уделяла внимания. Наверное, чересчур много уделяла внимания. Вот, а разве бывает родительского внимания чересчур много? По нынешним меркам, да. Вот. Они у меня сейчас уехали в совершенно другой город. И сейчас они без меня. И вот и меня муж даже останавливает. Я говорю, вот сейчас проведу проект, и все, я к детям. Они сейчас учатся у меня, старшая дочь на 5-м курсе, младшая на 1-м курсе, Академия пограничных войск. Вот, они курсанты. И я, конечно, за это переживаю. Но я бы хотела вот на примере своей семьи, да, показать, действительно, сколько нужно внимания уделять детям, вообще семье, и как нужно уделять. Не просто прийти, привет, что там у тебя, там, покажи дневник и все. Общаться, чтобы дети чувствовали, что родители их друзья, а не просто, которым можно рассказать какие радостные какие-то новости, так и печальные, да, ну, всякое бывает. Вот я не вижу сейчас, вот я очень много занимаюсь школьниками, да, и младшими детьми, помогаем интернатам, вот. Ну, я не вижу такого внимания. Вот зачастую, знаете, вот приходишь в интернат, ну, знаешь там этих деток, которые действительно, у них нет родителей, да, и смотришь, там новые детки появились. И я у директора интерната спрашиваю, а что это за детки? А вот папа с мамой, им некогда, они посчитали, что выгоднее будет им, если они сдадут ребенка в интернат, и вот ребенок целую неделю, и даже иногда на выходные не забирают детей. Ну, нельзя так делать, потому что мы же не вечно молодые, правильно? И потом ты же у ребенка и спросишь, или попросишь помощи, а ребенок тебе в ответ... Ну, я думаю, что, может быть, такие подобные ситуации происходят, конечно, иногда и, что называется, от нужды, если родители просто должны работать, да, и понимают, что они не могут уделить внимание ребенку. Но есть и другие ситуации, когда забота о ребенке выливается в то, что родитель приходит, дает деньги, да, там оплачивает со временем образование, покупает, да, все, что ребенок хочет. Вот вы говорите ужасно, а может быть в нашу прагматичную эпоху этого и достаточно? Может быть детям вот нужно готовиться к этому миру, в который они выйдут взрослому, жесткому, прагматичному меркантилизму? Это плохо, да, плохо, очень плохо. Я была вот недавно, вот 2 месяца назад, в одной клинике, которая помогает наркозависящим подросткам. И вы знаете, что я увидела? Что там дети из очень богатых семей. 70% случаев. Наркозависимые люди, да. Все. А что из него вырастет дальше? Вот он уже подросток, он уже наркозависящий. Что будет дальше? И что этому ребенку или там уже молодому человеку, наркоману стоит, да, за какую-то, как оно называется, дозу или как, да, вот пойти и убить человека просто. Сейчас и так беды хватает у нас в стране, а тут... Да, здесь наслаиваются проблемы, потому что если ребенок, с одной стороны, постоянно, да, играет в какие-то компьютерные игры, понимает, что там
он может кого-то убить виртуально, да, и это считается нормальным, или там его могут убить, то вот это вот осознание того, что есть человеческая жизнь, что она является, вот, наверное, главной, да, вот, ценностью, которая существует в нашем мире, это ощущение притупляется. И на фоне каких-то изменений сознания, связанных с приемом наркотиков, ситуация может быть просто ужасающая. Безусловно, они уходят, грубо говоря, в виртуальный мир, где они могут реализовываться. И, как правило, это делают те, которые в реальной жизни ничего из себя не представляют. Поэтому им комфортнее находиться в виртуальной. Тем более на сегодняшний день игры настолько хорошего качества, что они реально заменяют плюс-минус для интересующих реальную жизнь. Они там себя чувствуют просто как рыба в своей воде. Ну, а у тех, кто осознанно подходит к воспитанию своих детей, есть возможность предложить им альтернативу, реализоваться через такие проекты, которые делаете вы, например, да, принять участие в параде колясок, вместе что-то сделать, вместе чего-то добиться, да, и этим же можно и похвастаться там и среди друзей, в конце концов. Безусловно, это соревнование, это драйв, это очень здорово. Я думаю, что такие проблемы случаются только в семьях, где действительно родителям не хватает времени уделить ребенку, и они уходят в свой, скажем так, виртуальный мир. Это действительно великолепная возможность занять себя увлекательным действием. Не просто увлекательным действием, а каким-то совместным общим делом, я думаю, для семьи это сейчас очень важно, потому что даже бывает такое, да, пожалуй, это уже такая ситуация распространенная достаточно, когда приходит там или семья, там или пара, да, вроде бы проводит время вместе, а в то же время каждый вот сидит в каком-то своем девайсе, да, каждый занимается каким-то своим общением, и получается вот какой-то такой, суррогат совместного общения, да, если можно так сказать. И побольше бы вот таких вот проектов, когда люди могут вместе чего-то, добиться какого-то совместного результата, да, то есть, например, украсить коляску, что-то сделать для того, чтобы потом увидеть, да, какой-то результат своих совместных усилий. Давайте еще раз напомним для тех, кто, может быть, вот действительно вот сейчас, да, созрел, говорит, а давайте тоже мы поучаствуем, а что это мы сидим дома на диване, тут играем в компьютерные игры и переписываемся друг с другом там, в социальных сетях. Вы знаете, даже когда, куда приходить, как регистрироваться? Сейчас я еще скажу, да, что я специально это тоже делаю, привлекаю горсовет, депутатов горсовета, и у нас члены жюри тоже депутаты горсовета будут, и облсовет, конечно же, привлекаю. И это тоже показывает, и мы с их помощью показываем, что ни городу, ни области наше будущее не безразлично. И очень бы хотелось, конечно, чтобы и наш мэр вышел, поприветствовал деток и поздравил их, во-первых, с Днем Знаний. Ну и просто вышел и показал, что дети, вот мэру тоже не безразлично ваше будущее, ваша судьба, да, он тоже заботится о вас. 1 сентября в 15:00 у Воронцовского дворца в Колоннаде сбор всех участников, всех партнеров. И этот сбор будет проходить с 15 до 16. В 16:00 выдвигается колонна-парад с коллективами, с компаниями, с участниками, с транспортом, с разным транспортом. Выдвигается по Приморскому бульвару и направляется к Думской площади. А на Думской площади уже будет проходить презентация каждой коляски, каждого участника, награждение, ну и, конечно же, концертная программа. Большое вам спасибо, что пришли к нам в студию. К сожалению, наше эфирное время уже истекло, спасибо наши вам. Полчаса спасибо. Пролетели. Напомню, сегодня гостями проекта «Реальная жизнь» были Алена Алексеенко, организатор парада колясок, и Вячеслав Грубый, один из партнеров этого замечательного мероприятия. Еще раз вам большое спасибо, что пришли, вам большое спасибо, что были с нами, и до новых встреч в эфире.